Создавая пятое поколение Subaru Forester, японские инженеры вдруг решили обойтись без турбомоторов. Теперь недоразумение исправлено. В Японии появилось исполнение Sport, которому как раз полагается надувный агрегат. Впрочем, с точки зрения характеристик, спортом здесь не пахнет. При рабочем объеме 1,8 литра двигатель выдает скромные 177 сил, то есть даже меньше, чем хорошо знакомый нам атмосферник 2,5. Возможно, поэтому японцы стыдливо не указывают динамические характеристики. Ведь раньше быстрые Subaru имели минимум 240 сил. Зато авторы турбоверсии гордятся полностью пересобранной подвеской и спортивным декором салона. Из-за прямого впрыска и маленького объема вероятность появления такого движка под капотами российских фориков равняется нулю. Что, впрочем, не имеет особого значения, так как 185 атмосферных сил по-прежнему доступны для заказа. А вот Brabus Rocket 900 – это уже настоящий спорт. Взяв за основу топовый Mercedes AMG GT, ребята из немецкого города Ботроп сначала взбодрили 4-литровый исходник до 800, а сейчас – до немыслимых 900 сил. Для этого битурбомотору V8 нарастили рабочий объем с 4 до 4,5 литров, а также внедрили другие турбины. Результат вышел настолько впечатляющим, что восьмерку пришлось дефорсировать по крутящему моменту, иначе девятиступенчатая коробка грозила стать расходником. Для выстрела до сотни полноприводному Брабусу хватает 3 секунд, а через 24 секунды спидометр уже будет показывать 300 км в час. Из-за рекомендаций шинников максимальная скорость ограничена отметкой 330. К слову, чтобы закрыть гигантские разноразмерные катки, на достаточно элегантный кузов лифтбека пришлось навесить не самые красивые расширители из углепластика. Из этого же материала сделан весь остальной обвес – бамперы, пороги и антикрыло. Из других доработок подметим эксклюзивный салон, заниженную пневмоподвеску, доработанную аэродинамику кузова и улучшенное охлаждение мотора. В общем, к созданию очередного технического шедевра Brabus подошел традиционно вдумчиво. Вот только оценить достоинство 900-сильного монстра смогут не просто избранные, а считанные единицы из них. Тираж новинки составит 10 экземпляров, каждый из которых будет почти втрое дороже стандартного Мерседеса.